Уже имеет Викинг Прайма. Вы просто представьте, уже имеет Викинг Прайм. Серьезно. Рекомендую, ребята, вам подписаться на паблик «Халява от ножа». Здесь ютубер Нож разыгрывает всякие ништяки в виде бабосов и не только. И чтобы не пропустить это все дело, ребята, нужно подписаться на его рассылочку. Жмете на вот эту синюю кнопочку, подпишитесь на рассылку, и все, вы получаете уведомления обо всем. И также, ребят, стандартный мини-конкурс от меня на 3 контейнера. Для участия нужно всего лишь, ребята, подписаться на этот канал и в комментариях к данному ролику написать свой никнейм, и кому-то за завтра рандомным способом я выберу и отправлю подарочек, и там укажу промокод на 3 контейнера. Поехали, ссылка на этот паблик в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик. Он у нас будет как раз таки не по поводу челленджа, потому что я его еще не прошел, вот, а будет он, ребята, у нас связан на тему очень интересную. А дело в том, что на молота, ребята, нам добавили цвета выстрелов, вот столько их, очень-очень много. Соответственно, мы сегодня, ребят, попытаемся все абсолютно их выбить на моем аккаунте на основе, потому что у меня здесь, считай, все есть, и мне падает с фиолетового только лишь 100 тысяч кристаллов, и по идее, в теории, я должен как бы это выбить все очень быстро. Поэтому, ребят, за это проставьте свои царские дикие лайки. Сразу набираем, давайте побыренькому это все дело. Вот, за каждые 1000 луксов я, соответственно, ребята, вам буду скидывать в подсказки ютуба промокодик на 10 контейнеров. Все, ребята, очень и очень просто. Вот, также, еще сейчас перед открытием, естественно, ребята, мы будем это все ставить на быструю перемоточку. Я как все дело вот это у нас выбью. Надеюсь, что оно падает у нас с контейнера. Я прям очень сильно надеюсь, я не знаю, добавили или нет. Может быть, пока это все дело только лишь в челлендже. Но надеюсь, что добавили. Киберпанк. Вот. Чего? Анимированная краска на основе, у меня ее не было? Серьезно? Ну ладно. Окей. Я не против. Короче, также, ребята, еще что получается у нас есть. Смотрите, какая фигня. Мне, кстати, еще одна анимашка выпала. Вот, я только что на сервере, получается, уже скинули скриншот чувака, который, ребята, уже имеет Викинг Прайма. Вы просто представьте, уже имеет Викинг Прайм. Серьезно, как вообще эта тема работает, я уму не приложу. Как вообще это в голове не укладывается. Чувак, ребята, просто к слову, сейчас можно купить звездочки с магазина. И получается, чел покупал все это дело и потратил на это 15 тысяч рублей только лишь для того, чтобы получить себе вот самым первым вот этого викинга, да, красивого, няшного, и, соответственно, покататься на нем, показать всем. Это просто жесть, я так думаю, скриншотики я вот там, ребята, вам уже прикрепил. Ну и сейчас давайте я пооткрываю контейнеры, открою где-то штук 500, посмотрю, падают ли эти цвета выстрелов. Если, ребят, не падают, переместимся на мой аккаунт, где у меня уже есть несколько цветов, ну и, соответственно, будем потом как-то пытаться делать. Ну, я так думаю, что должны падать. Короче, ладно, не будем тараторить, ставим, ребят, на паузу, на быструю перемоточку. Ну и, естественно, открываем контейнеры до того момента, как все не выбьем. Поехали.
чё, ребят, я ничего не знаю, то ли у меня на том аккаунте с контейнерами что-то как-то какая-то неразбериха происходит, то ли серьезно разработчики еще не добавили это все дело в контейнеры, то есть оно как бы есть у нас в челленджах, и все. С другой стороны, как бы у меня тут складывается небольшой вопрос. Смотрите, сейчас вот это, ребят, пятнашку контейнеров открою и кое-что вам покажу. Довольно-таки одно интересное. Вот мы сейчас, возможно, обозреем всего лишь один цвет выстрела. Смотрите, здесь у нас получается, ребята, в этом челлендже, давайте покажу с самого начала. Идем. Раз цвет выстрела на молота. Потом получается два цвет выстрела на молота. Три цвет выстрела на молота. И все. А если мы как бы зайдем в пушку саму вот эту молот, да, и посмотрим, сколько здесь выстрелов, ну, здесь явно, ребята, больше, чем 3. И, соответственно, если вы их не добавили в контейнеры, то как остальные, соответственно, все вот эти штучки-то выбивать? Я, естественно, не могу пока понять, вот, но да ладно. Короче, что мы сейчас, ребята, делаем? Мы сейчас идем, естественно, с вами в битву, пробуем, тестируем, как у нас это все дело играется именно с молотком, как мы вообще понагибаем, не понагибаем с ним, вот это неважно. Самое главное это посмотреть как раз таки на вот эту вот штучку в виде цветов выстрела. И, естественно, ребята, еще нужно нам с вами будет рассказать, вообще обсудить по поводу челленджа, как я его буду набивать и как мы, соответственно, там будем париться, либо не будем париться, будем завершать, устанавливать новый рекорд или все-таки будем растягивать это на 2 дня. Вот, сейчас мы, ребят, с вами об этом, обо всем поговорим, естественно, в каточке, но пока ставим на паузу. Так, ребят, только зашел, еще ни одного килла не сделал, и давайте посмотрим, как это у нас штучка будет выглядеть. Чпоньк! Блин, ну, с одной стороны, да, я понимаю, что прям такие вот это прям не очень такой, знаете, выстрел прям прикольный, как-то вот это что-то, что, ну, допустим, как бы вам объяснить все это русскими словами, допустим, это не тот цвет выстрела, который вам будет сразу видно и заметно, то есть это у нас не какой-то там, допустим, огнемет, у которого сразу все видно, и ты прям видишь, нифига себе у него там цветуля, да, какая красотуля, вот, это прям очень круто и найсово. Это, допустим, такая штучка, которая не очень заметная, но, ребята, которая очень, так сказать, существенная будет, знаете, в каком плане? В том плане, что, ну, во-первых, будут цвета выстрела, во-вторых, как бы это все может, да, немножко вот так кастомизировать, да и уже прикольно кататься, соответственно. И, черт возьми, мне, ребята, это очень сильно нравится. То есть, даже пусть, окей, это не очень крутые и видные цвета выстрелов, но это все же цвета, черт возьми. Я уже с нетерпением просто очень сильно жду какого-нибудь измененного цвета на грома. Естественно, ребята, также мы ждем измененного цвета с вами на, получается, смоки и еще какие-то там пушки. Я, к сожалению, ребят, забыл, на какие пушки там у нас еще будут подъезжать цвета выстрелов. Так, а на что у нас нету? На вулкана, получается, нету, на грома, на смоки и все? На остальные все пушки у нас уже все имеется. Блин, на самом деле очень круто. И, соответственно, что? Нам осталось дождаться совсем ничего. И это уже будет все тем... вся тема заряжена. И, ну, неплохо жду. Я очень сильно жду себе на грома. Потому что с громом я люблю кататься. Гром это чуть ли не моя нелюбимая... Ну, не то, что нелюбимая, а наоборот, любимая пушка, на которой я катаюсь довольно-таки частенько. Мне бы хотелось забабахать на нее какой-нибудь цвет выстрелов. Это будет, на самом деле, очень круто. Вот, и еще что, по поводу, ребята, вот этого челика, который проходил у нас челлендж, грубо говоря, за бабосы, да, чувак взял и за деньги прошел полностью весь челлендж, не знаю, опять же, можете судить его, либо не судите, напишите, кстати, ребята, в комментариях, как вы считаете, правильно ли то, что разработчики добавили фишку покупания звездочек, и чтоб чуваки смогли вот это все дело купить, ну и, соответственно, пройти, и не париться особо о том, что нужно целыми днями сидеть, задротить, чтобы на этом покататься. С одной стороны, как бы, для разработчиков это круто, естественно, потому что некоторые челики будут это все дело покупать за бабки, вот, и у них, если нет времени набивать, то они могут просто это все дело, соответственно, купить, и все. Ни о чем особо такие не парятся дальше. Вот, это да, для игроков некоторых таких это тоже круто, чтобы как раз таки не париться, что там какие-то планы не строить, да, по набиванию звездочек и получению вот этого всего интересного. Типа, деньги есть, могу купить. Ну, я считаю, вот так вот, типа, должна тема работать.
Но для как раз-таки обычных игроков и для меня это на самом деле не очень круто, согласитесь. Допустим, да, я понимаю, что это можно было попросить у разработчиков, как бы, чтобы вот это все... Но это все равно, ребят, согласитесь, не то. Челленджи, они типа на то и челленджи. Допустим, я не знаю, в каждой игре можно купить, в том же самом PUBG или Fortnite, любой челлендж можно пройти также за деньги, чтобы не париться, это понятно. Но, блин, в Tank Online так мало уникальности, а это было, знаете, какой-то глоток свежести. Типа, если ты у нас супер лютый чувак, который умеет задротить, у которого есть куча времени, соответственно, и которого битву завершает очень быстро, то у тебя будет эта плюха в виде, допустим, какого-то приза и челленджа. Это как бы понятно. А теперь получается, если у тебя есть бабки, у тебя будет эта плюха челленджа. Получается, что ли, так? И никак иначе. Да ладно, давайте вот здесь бомбочку спросим. Эй, какого фига ты, чувак, не пошел у нас именно на ту сторону? Точнее, туда не поехал, на мою бомбочку. Я даже никого этим выстрелом самым не взорвал. Как-то даже печальненько, что ли. Что ли, прям вообще печаль. Ой, я еще минку кого-то убил. Вот, поэтому я тут, ребят, даже не знаю, как реагировать. Типа, круто, не круто, хз. И еще, по поводу челленджа. Получается, смотрите, ребята, какая у меня схема будет. Я не буду делать теперь отдельные ролики с обзором красок, там 5-10, туда-сюда. Я буду, ребята, с челленджей делать всего один ролик. Это получается только лишь на обзор всего. То есть, как я пройду полностью весь, ребята, абсолютный челлендж. Я сейчас буду делать вот такую фишку в виде обзор там будет всех красок, всех призов. И также, плюс ко всему, еще и праймик. Там же, ребята, мы с вами обозреем. Вот таким образом у нас будет записан этот челлендж. По поводу других я еще, конечно, не буду зарекаться, может быть, там я свое мнение еще поменяю, но этот челлендж будет, ребят, записан и выложен на канал именно так, одним роликом, а не двумя-тремя, как вы, наверное, привыкли до этого. Вот, не знаю, для кого-то это круто, для кого-то не очень круто, но для меня это опять довольно-таки неплохо. И еще. По продолжительности, скорее всего, ребята, я буду проходить этот челлендж 2 дня. То есть, да, 2 денька мы это все будем дело проходить. Я, конечно, понимаю, что звездочки набиваются изи, и можно было бы установить какой-то рекорд, но... Блин... Как-то в прошлый раз мы сидели, набивали, что-то как-то пытались, и в итоге, блин, я не знаю, ролик на самом деле набрал, что у меня, допустим, немного тысяч просмотров, там что-то 20 или 19, что-то в этом духе, у Лехи тоже около 30-ки всего, на самом деле такие себе просмотрики, плюс лайков у ребята еще мало понастали, поэтому как-то слабенько, пока не хочется никакого рекорда ставить, соответственно, если вы будете набирать кучу лайков, тогда, да, можно подумать, что-то сделать такое интересное. А пока, ребят, нет поддержки особой, нет желания, значит, набивать. На этом будем уже заканчивать. Всем спасибо, ребят, большое за просмотр данного ролика. Если вы досмотрели до этого момента, знаете, вы просто самый лучший человек в мире. С вами был Вайдер. Не забывайте писать комментарий, нажимать на колокольчик. Всем пока. Show.